ресурсы, те потенциалы, которые у нас есть. Нет, это все входит в Божье посланничество, это все входит в отцовское, сыновское отношение. И Бог будет это все использовать, чтобы распространять Его царство на земле. Если вы верите в это, скажите аминь. Аминь. Наши лидеры, наши духовные родители и в частности посольство Божие, наш пастор Сандей послан от Бога для нас. И наши отношения с Богом мерятся по нашей отношении.